В нашем городе церемония прошла на могиле партизанки Екатерины Косаревой, которая погибла от рук фашистов в 1942 году на Смоленщине. Цель акции – передать землю с мест захоронений братских могил героев в историко-мемориальный комплекс главного храма вооруженных сил. Не только для нашего города, но и для всей Смоленской области это большая честь – стать участниками военно-патриотической акции «Горсть памяти». Подвиг советской партизанки почтил заместитель главы Десногорска Александр Новиков, а также представитель городских организаций, духовенства и ветераны Великой Отечественной войны. Солдатский кисет с землей с места захоронения Кати Косаревой будет передан в Москву в историко-мемориальный комплекс, который сейчас возводится в парке «Патриот». Часть смоленской земли поместят в гильзу артиллерийского снаряда и с воинскими почестями установят на территории комплекса. Акция «Горсть памяти» в Десногорске закончилась минутой молчания и возложением цветов на могилу героя. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Светлана Разганова, Десна ТВ.